Всем привет, друзья! Сегодня второй день Пасхи, и всех вас также поздравляю еще раз с этим праздником. Мы были в мегамаркете, хотела вам показать вот такие вот покупки, значит, Пасхи. Мы в этом году не пекли Пасхи, покупали их в мегамаркете. Именно собственное производство, хотела вам показать, вот это мы уже докупали, потому что основные уже поели. Они очень-очень понравились. Вот так вот они выглядят. Написано «Производство ПП Хотей Капитановка». Это мегамаркет на Капитановке, Житомирская трасса. И у них собственное производство. Вы знаете, состав нормальный и очень-очень вкусные пасхи. Я взяла в этот раз вот такая цитрусовая пасочка. Здесь почти 500 грамм на 72 гривны. Детям понравились, нам понравились. Они просто у нас улетели, потому что вкус шикарный. И взяла вот такую пасочку. Это идет с изюмом, цукатами, курагой. Вот с курагой нам понравилось больше всего. 500 грамм 91 гривна. Еще есть шоколадом мы брали. Я думала, что детям больше всего зайдет шоколадом, но нет. Больше всего зашла вот такая пасочка. Видите, здесь сверху идет шоколад, а внутри курага. В общем, любые начинки хорошие, потому что у них очень хорошее тесто. Вот видите, мегамаркет поздравляет, очень много пасочек выпек в мегамаркет в этом году. Далее мы взяли вот такую вот килограммовую пачку кофе в зернах. Как пахнет. По акции вот такое Женова Росса. Оно сейчас, я вам скажу, сколько стоит. Сейчас кава 199 гривен. Значит, я вам советую брать тоже всем кофе в зернах. Почему? Даже если у вас нет кофемашины. Знаете, извините за сленг, но сейчас говорят, что многие недовольны качеством кофе молотого, многие производители немного грешат и бодяжат, можно так сказать. То есть много какого-то мусора, я не знаю. В общем, знаете, перемолоть можно что угодно и подсыпать в пачку. А здесь, когда вы берете настоящие зерна, кофейные, вы их видите, что это зерна, и вы их сами перемололи, и это натурпродукт, как говорится, точно вы знаете, что вам ничего лишнего не подмешают. Дальше мы взяли вот такие стейки. Сегодня буду готовить на гриле. Так что подписывайтесь на канал, кто не видел видео. Значит, три вот таких свиных, это с ошейка. Они, знаете, такие с прожилками. Толстые вот такие стейки и с прожилками. Немножечко, что он будет не сухой, не сухой. Так, три штучки, получилось на 193 гривны, они такие, больше килограмма завесили, толстенные стейки. И еще свиные тоже взяли, но не ошеек, а биток, то есть более мясо такое, без сала, вот как я люблю, знаете. Ну, кто как любит, более жирное, не жирное, вот это не жирное, здесь три штучки получилось на 700 грамм, 122 гривны. Дальше кетчуп. Вот такой детский чумак лагерный, 12 гривен. Дальше взяла огурцы вот такие вот. Хорошие они в пупырышку. По 63 гривны получилось на 54 гривны. Дальше хотим сделать еще хот-доги детям. Детские сосиски. Сейчас они стоят... Так, это у нас что? Высший сорт. Ятранчик. Видите, написано для детей именно от 3 лет, без сои, без глютена. 87 гривен, они не дешевые. Дальше, Риттер Спорт шоколадки, вот такие взяли. Темные по 42,90, это они по акции. И кокосовые тоже 42,90 сейчас по скидочке. Я взяла два киви, мне нужно, вот они. Так, ладно, не шарудить, потому что не вижу там цену. Киви на 16 гривен получилось. Пасхи я вам сказала.
И рогалики еще. Вместо булочек для хот-догов других не было. Вот такие рогалики с присыпкой с кунжутом. Они стоят... Давайте сразу покажу вам чек. Вода минеральная, это у нас в машине осталось. Шоколад. Почему я не вижу? Вот, хлеб. 17,60. Рогалики домашние. И вот так вот ничего не взяли. 6 кусочков мяса, 2 пасхи, килограмм кофе, 3 шоколадки. Получилось на 1001 гривну 50 копеек. Привет, друзья! А у меня сегодня новая посылочка. Я заказала спортивные костюмы от отечественного производителя Исса Плюс. Уже когда-то давно показывала вам посылочки. В прошлом даже году покупала себе спортивный костюм, спортивные штаны. Значит, некоторыми довольна товарами, некоторыми, ну как скажем, они полностью оправдывают свою цену. Бюджетная одежда. Вот, кстати, одни из спортивных штанов сейчас на мне, как вам так показать. Они, конечно, уже все в катышках, но для дачи пойдет. То есть, почему? На даче можно ходить, смотрите, их хватает только на сезон, конечно, катышки образовываются очень сильно, причем. Но это именно отдельные брюки брала. Спортивный костюм показал себя лучше. У меня был желтого цвета, он и есть сейчас, с коротким рукавчиком. Здесь я взяла, видите, на вид... Они похожи, практически как одинаковые. Я специально так взяла. Розовый с серым. Но здесь один костюм с длинным рукавом, а другой с коротким. Оба размера М-ки. Для бюджетных костюмов, я же говорю, пойдет. Потому что если на сезон брать, то там около 500 гривен костюм, это нормально. Конечно, если вы хотите более качественный костюм, который не будет... кашлатиться и так далее, браться катышками, то это уже совершенно будет другая цена. Итак, вот они, два костюмчика. Первый, видите, длинный рукавчик. Здесь вот такая серо-розовая кофточка и штаны. Они как раз подойдут на весну, на лето, тоненькие. Я думаю, здесь такая ткань, она не должна кашлатиться, потому что это не зимние все-таки штаны. И вариант такой... ткани более другой. Смотрите, здесь видите, штанишки тоже не однотонные. И второй костюм, такой же, как у меня был, желтый, похож в прошлом году, с белым таким рукавчиком, но с коротким рукавом. То есть это такая как футболочка и штанишки. Штанишки, кстати, разные. То есть можно носить их вообще все вместе комбинировать, можно по отдельности, да. И смотрите, здесь штаны идут с розовым и с белой вот такой полоской. Она до половины розовая и белая. Вот такие вот. Сейчас по ткани вам подскажу, что здесь пишут. Fashion Cotton. Там также. Так, по длинному рукавчику 80% катон, 20% полиэстер. А по короткому... Мне кажется, что разные. Да, 50 на 50. 50 катон, 50 полиэстер. Вот, это прям на сейчас. Уже вот май месяц, уже можно это все носить. Еще такая погода непредсказуемая. И сейчас начнем примерку. И сейчас покажу второй. Первый очень понравился, как на мне. Вот вы знаете, почему я люблю их костюмы? Потому что они на мне хорошо садятся. Не знаю, как это объяснить. Хотя ткань, конечно, может быть не прям супер, я же говорю, выдерживает нагрузки. Но вот фасоны прям как на меня. Шиты, М-ка на меня шикарно садится здесь. Еще что я хотела сказать. Взяла два. У меня есть такая привычка плохая, занашивать вещи. То есть я беру одну какую-то вещь новую, ее вот ношу, понимаете? А здесь цена, в принципе, позволяет взять несколько и менять, чтобы не так заносить вещь, чтобы она служила дольше. Вот такой вот лайфхак.
Все, друзья, спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм. Жду вас в комментариях. Пишите, я все читаю. И всем хорошего дня. Всем пока-пока. До новых видео.